Жарко-жарко на турнире RCC7. Вот и Тимати поддерживает бои в Екатеринбурге. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Знаем, что вы занимаетесь спортом. А пробовали Активно. Ли вы заниматься смешанными единоборствами? Мне кажется, я упустил этот момент, когда нужно было этим заниматься. Этим все-таки, наверное, занимаются с детства. Мне уже вот 36-й год пошел. Но для немножко себя. Поздновато. Для себя, конечно, занимаюсь. И в партере работаю, и на всевозможных подвесных снарядах, на грушах. Какие-то небольшие спарринги. Ну, так аккуратно. Если говорить о спорте в целом, вот мы недавно свой собственный спортзал запустили. Об косвенных увлечениях, наверное, серфинг. Вот больше, как бы, я люблю, это более такая миролюбивая история, хотя я очень жалею, что в детстве меня родители не отвели в секцию бокса или борьбы. Я очень хотел бы, поэтому своего сына обязательно отдам. Интересно. Недавно Олег Газманов рассказал нам, что посвятил песню бойцам. А скажите, у вас есть такие же планы? Ну да, есть песня «Еще до старта далеко». Ну вот она, это такой некий спортивный гимн внегласный. С удовольствием бы записал песню про смешанное единоборство. Я думаю, однозначно там в следующий год-два это сделаю. Мы будем ждать этого. Ну и, собственно, как вам атмосфера здесь, в Екатеринбурге, на смешанных боях? Вот сегодня Саша Шлеменко в главном бою вечера выступает. С большим интересом. И мне вот понравился бой Михаил Рогозин. Рогозин, да, он очень расстроился, что он не смог. Он сказал, я крайне расстроен, что я не смог показать эпическое шоу, яркое. Вот, и что как-то вот все на характере приходилось вывозить. На самом деле офигенное было шоу, и мы сидели все три раунда, просто получали большое удовольствие. Это он зря. Стоит отметить, что Михаил Рогозин закрыл свое предыдущее поражение вот таким ярким поединком. Ну что, мы ждем бои Ивана Штыркова и Александра Шлеменко и болеем вместе с Тимати здесь, в Екатеринбурге, друзья.